Всем привет! Сегодня смотрим еще один артикул мериноса Алана Росси Art Air. Вот видно его. Значит, это цвет более розовый, но с оттенком коралла. На сайте есть побледнее. Постараюсь в ближайшее время выставить и этот цвет. Я связала образец из нескольких нитей. Видно, да, что это где-то примерно 5 нитей у меня. Ну, что могу сказать. Пряжа менее мягкая, чем обычный меринос. Но зато держит и резинку. Видно, да, и что после стирки тоже подпушается. Я постирала всего один раз хозяйственным мылом и чуть шампуни. Если постирать еще с бальзамчиком, я думаю, будет мягче. Пряжа имеет немножечко меланжевый цвет. Вот здесь вот видно. Вот. Так что, в принципе, подойдет на кардиганы, свитера, шарфы. Если у кого нечувствительная кожа, шапку. Ну, шапку можно под клад посадить, на варежки подойдет. Можно сочетать, естественно, с любыми видами мохера, вискозы и прочие пряжи.